Собрать крышки от бутылок и посадить дерево. Сегодня в Тюмени активисты экологического движения провели акцию по сбору сырья. Пластмассу на вторичную обработку они отправляют уже третий раз. Результаты первой акции 20 килограммов, второй 50, в этот раз планируют собрать 100. Мы объединили две акции, то есть первая акция — пластиковые крышечки, вторая акция — посадка деревьев в городе Тюмени. Это две акции взаимосвязанные. После того, как мы соберем крышечки у людей, мы их сдадим на переработку, а вырученные средства направим на посадку деревьев. Что значит направим на посадку деревьев? Это покупка саженцев. Добавлю, что за 8 килограммов крышек можно купить и посадить одну яблоню.